Дюху, засуманьте, пожалуйста. Я уже лет 500 прошусь. О, пришел, спасибо. Забафайте, плюс. А что там, сколько хилов? Ну давай этот... Сайс уступишь тоже найди на замену. Тут вон Рейбл. Нужно бати. Засумуйте еще Рейбла. И его ребаф заново. Всем привет. Здорово. Здорово. Сайс, не улетай тогда. Тулкит, можешь идти тогда на замену. Сайс, иди. Сумуньте тогда. Заново. Вернули бы канал. Все, смоньте и будем начинать. Так мы оставили людей, которым надо и которые могут забрать что-то. Среди. Чувак, охота надо. Ну. Так, все, готовность на пул. На пул и все роги закидывают в уфолога. Уфолог танчит правого-левого. Убиваем первую черепа. Похотам кулак, дайте. Геру даем с пула. Геру с пула даем. Чего у вас? Чего не хочешь? Рейбула еще засумоньте, пожалуйста. Я багнулся, сум, релон здесь. Так а чё, зачем покупать, Кадама? Ты же все равно просто ничего не получишь, тебе профитнее будет сходить потом со мной. Да, ну второй рейд. Ради охоты. Ну ради охоты и сходишь. Не, ну если типа надо, вон Сайс хоть может уступить, если что. Да, давай я ему уступлю, пусть он сходит, а я потом с тобой схожу, какая разница. Вообще ЕП, а потом схожу просто. Не, ты хил, доставайся ты, это у нас три хила, раз. Три захилите. Пролетим быстро охоту. Все, короче, идем таким составом. Нас не пишешь. Кинь ну, этого. Ваня, заходи. Приста вместо ханда в пятом пате. Лола. Так ты можешь шипешника бить, Войд. Спасибо. Я в шипешнике, просто Лола в пятую кинь, там, чтобы он тотема ману получал за счет шамана. Да не меня, Лола, Прист, Лол. Я понял. Понял. Все, и это, пожалуйста, Женька, подожди. Поменяй это. Женька с Джипси, с Пристом. Там подавай на него 2% силы. Ага, спасибо. Блядь, все, давай, тут у нас урона пиздец. Тут упадет. Все, готовность на пул. Сейчас Роче последняя. ДБМ пул и будем начинать. Главное отдайте ханты слепоглаза, печеньку, ой, не печеньку, луну и ромб от подавана. Все, все готовы, кроме шнурков. Будем без нее. ДБМ был 5. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Дали Геру. Геру дали? Хорошо. Нажми мастера ауры от огня, Майлик. Мастера ауры тьмы нажми Ацеса. И Петя зубы закинь в Андрея. Щит надо своровать. Андрей, я тебе дам только лидера, потому что мне так и не разобрался, как забирать лут через этого ИП. Блять. Ладно. Потом дашь помощника. Дальше все по Киглеру играем. И держите двух, сразу будем кливать.
короля заберет Андрей. Ваня, залей и нарпуски беди. Жека, зашло? Андрюха, поставишь это лучера сам? По дизармам первый с короля, потом он даст никотин. И во время вихря, когда будем бить короля, под ванну дашь. Не зыбу. И в опять в этом рейде урона. Дальше все остальные. Все остальные идите трэш чистите. Сейчас Андрей подберет шмотки и сразу их разъебашь. По пути. Приготовься никотин дизарм давать. Давай дизарм. Вадюха продлишь. Приготовься закидывать. Андрюха, залей инер по скибиди. Все, все остальные ребята, бегите по пути просто и почте, бегите чистить трэш. Дальше за подаваном, там на полу подавана. Чтобы максимально быстро сделать. Еще по мане в мага закинуть. Определенно. Все, побежали. Лаги. Давайте и пешить. По очереди с пояса. Ребят, кастеры, хилы подойдите ближе, чтобы что, блядь, не делал рывок вас. Минус бойчик. Пояс, старт 1000. Кому надо, нужно, епешьте, ставьте, ставьте. Так, за босса сейчас начислим. Косты сбивайте при 100, я просто там не с цепашкой разбирался. 4 при Чернобыль 1, 4 Чернобыль 2, 4 Чернобыль 3. Чернобыль минус 4К. А я как раз варом не пошел.
старт 1000, ну 1500 поставил Essence. 1500 раз, 1500 два, 1500 три. Essence. Старт 4000 на плечники. На мейнспек. О, я паролю. 4К ставлю. 4000 раз. 4000 два. 4003. Че, че, плечение? Не, у меня руки есть, мне плечи тоже нужны. Себе сама быстро просчитал. 4000 раз, 4005. Да я угораю. Так. Заходим все. Разбивайте там косты. Было быстро, не сказал бы. Я пароль и искал сразу продано. Да не, все честно. Да, все честно. Там, ребята, потом, кому вот будет не нужен, летите потом дальше тоже после груля на сум. Сейчас поставлю рыбу заново. Сейчас добьем когда груля. Кому нужен будет вот, оставайтесь. Остальные все на сум летят. Это, Кать, я стану там, перед еблом босса буду отхиливать. Так, ставлю вам метку. Так, кого вам тут поставить, кто тут точно не ошибется, скажем так. Не знаю, Кать, слышал, да, Кать? Давай на Майлика поставлю. Да, вот вам метка, квадратик. Квадратик, роги все отдаете на пулы в начале. Первые на пулы отдаете в уфолога вместе с хантами. Ханты всегда в уфолога. Мейн танк у нас ДКшник будет. Точнее, друид будет мейн танком, а подаван будешь просто через ОПшки вторым в агру стоять. Потом уроки обменивайтесь на пломе с друг с другом. Головорезы можешь закидывать в топ ДПС там, в какого-нибудь вара на пол. А ханты всегда напуливайте его фолода. Я правда услышал, что мне сказали, что под босс пойдет. А кто сказал, я так и не поняла. Я пойду к морде босса хилить. Это... Кто ты? Шаман. Шаман. Все. Человек что в тумане. Вообще такое? Человек в тумане, бля, кто ты? Кто ты? Я бегу за тобою. Так, сейчас. Андрей, дай помощника, пожалуйста. Все. Так, ДБМ пул. На пул уфолога, он мейн танк. Подаван вторым по агру всегда. 5, 4, 3, 2. Будет два коста, гречка, притяжка. Кто будет умирать, будем минус 1000 давать. На пул уфолога, он мейн танк. Ты вторым по агру подаван. Скоро притяжка будет через 20 секунд. Пока что бейте. Дорогая ночь. Здесь притяжка через 3 секунды. Айсбаунд, Майлик, мастер аур на защиту. Набрали ренджу. Дали Геру.
Удар земли через 50 секунд. Бля, ну мы нормально так снесли по урону. Вадюха, в никотина, напол никотин в Вадюху. Я так не смогу. У меня макрос, короче, в танке стоит. Ну окей, давай в танк. Говори, это ты ж Вадюха был, да? Да. Ну, головорезы тогда закидывай ты в никотина. Или в кого-нибудь стоп до вечера. Лока вон можешь закидывать. Ренессанса. На удар. Приготовились. Через 4 секунды, да, если откатился айсбаунд и мастер тауэр на защиту, плюс набрали ренджу. Ой, я вообще один, заебись. Он сразу возле выхода поставлю портал на магика. Опять же, ребят, смотрите лут, кому не нужен лут, сразу улетаете все, чтобы время не терять. Так лут в чате появляется, что смотреть его? Ну, да, у меня аддона такого нет. Да, это понятно, имею в виду, что у кого-то есть, поэтому я же о себе говорю. Меня Андрюха за это ругает постоянно, что я без аддона. Ребята, она вот сейчас Сипси походила сверху. Вы оба отошли. Должны успеть убить, 20 секунд притяжка. Где я тебя? 14 секунд. Завала, выбегайте только. Чтобы лишний раз не напрягать. Все, ставлю портал. Бля, ну что-то мы его пиздошили. О, бля, штанишки мою поле, наконец-то. Что-то прям вышло. Я думал, это проклятие вара, это походу, пока я в ради, так хрен штаны выпадут. Заходите. Кто, кому будет нужен, останьтесь, вам сейчас закину. Либо потом отдадут. По пути. Побежали. Все, бегите, там по пути раздадим. Ну, Ацеса, Вениамин. На лов можно при условии, если никому не нужно. За полцены на лов ролится. Тысяча старт. Рейбл, тысяча раз, тысяча два, тысяча три. Рейбл. Я уже улетел, я потом заберу. Тебя даст на этом. Так, а вот, наверное, на офф нужно было, и на мой. А, ладно. 1000 старт, руки. Давайте, ребят, блудные рукавицы. Шнурки, 1000 раз, 1002, 1003. А нам вроде до этого они вообще ни разу не падали. С 4000 старт на мейн. 4000, не 1000, а 4. Так. На мейн никому не надо. На офф 2000. Все, кому надо, на офф можете ролить. Ставить. Сейчас Цеса выгалит.
Скибиди 3000, Цеса 4. Что там дальше? Цеса 5. О, головорез бедолага, ему на мейн надо, у него ЕП нет. Нет, стоп. Этот... Жень, ход 500 пока что. 5500, короче, скибиди. 6. Давайте увеличивайте ставку по 7. По твоему, я имею в виду по 1000 добавлять, если будете не пашить. Скибиди 7, раз. Скибиди 7, 2. Ацесса 10, раз. Отдаю. Ацесса 10, 2. Ацесса 10. Я же сказал, сейчас заберу. Не-не, здесь была роль, чтобы... А Эршаму что, Т4 не надо, да? Не знаю, что с шаманом это. А у него нет ЕП. Чем надо, не надо. А, не, я просто смотрю, у скибиди у него Т9. Так это нов уже кинули, по-моему. Почему у скибиди Т9? У меня Т4. У тебя Т4 это? Я ролю на офспек, на Элиму ролю. Не, у тебя сейчас какой шмот стоит? Т4 у тебя разве? Да. А, мне что-то показалось, сейчас я смотрел, ты 9 вроде. Наверное, смотришь меня. Что ты под юбку летишь? Понравился? Под хвост заглянул лисице, увидел срам. А, ну да, это ты 4. Блядь, я вчера чуваку с нашей гильдии отдал плечи Т4. А он не пришел, и куда-то он вык какой-то пошел на этот хилик. Пускай. Да, мне кажется, он не будет одеваться нормально, он в десятку, наверное, пошел. Стоял в группе рейд? Стоял. Майлик, забирай первый огонь, а потом Цесу. Плюс, Монти, плюс. 8. Что ты там писал, Никотин? Чекни, кстати. Кстати, не проверишь, потому что на магике урон повышен. Ну, если ты помнил свой прошлый урон. Да нет, у меня такой же. Не, я не про тебя, я про никотина. Чё это? То есть смысл... Ну все, на самом деле я могу буревестнику уступить место. Идет хилит, а я могу посидеть. А сильно ДПС на милике повысится? Если 25 мастерства, а надо 26. Ах ты, погоди. Зависит от того, какой босс. Если босс тупо в жопу бить и смотреть сзади, то не получится. Ну, 25 достаточно. А если бегать босс будет, то, скорее всего, ты там сильно в ДПС просядешь. Нет. Все, побежали? Да, точно. 27 не хватит. У меня груля крути, у меня 27 мастерства, все равно парирование. Печеньки никотин сбивает, рамбу сбивает, Владюха. Бьем все центрального моба, побежали все. Подлан, иди там встань, центр, пускай тебя напулит. Я быстро, я думаю, уже не могу. Напульте в подлана. Отбегайте с огня. Вадим, нажми мастер аур на огонь и костыгом сбивайте. Я надеюсь, там не будет диспарить, что не так у всех. Так, я еще не начислил за груля убийство, сейчас начислю. Ни в коем случае не давай. А то секир башка будет, да. Со всех разом. Какой-то лок новый в Африке у нас, да? Или он просто в Африке? Нет, почему новый? Да, по костам не назначил. Сядьте там на косты разные, мобов сядьте. Один на одного рога. Вон, бежит, который возле дружки, сядь еще один рога. Там, допустим, головореза сядь. На тех двух поменяйте.
Кажется, забивайте. Подлагивает у кого-то еще? Чуть-чуть подлагивает. У меня тоже. Чуть-чуть. Вон там бежит моб один. Вот весовы. Сядьте один, рога. Любой. Вон за магом бежит. Нет, Слав. Ты даже фризит чуть-чуть, они подлагивают. У меня прям конкретные паралоги. Так, плюсаните 4 человека. 4 человека на кубы плюсаните, пожалуйста. Малявку убили. Рейбл, метка. Чем-то. Звездочка. Шаман. Еще 2 человека на кубы. Нужно. Ну, смелее. 2 человека на кубы. Ребята, ребята, с огня уйдите, ребят, чего там стоите, ждете? Хотят ЕП, чтобы отнялось у них. У них сейчас совесть отнимется, а не ЕП, блин. Ну, плюс 2 на кубы, ёбаный, я ушел им. Ну, я бы похилил кубы, чтоб они держали, а не стоять на кубах. Ну, Александр, ж могу встать? Хотя хили лучше по кубы. Плюс 1 на кубы. Я пойду расставлю пока. Войд, все отлично. А чё? Я могу поставить, в принципе. Нет, да, сейчас его напишу, потому что забагали. Будем хилить с тобой, Петик. Только кто отойдет, зайдите внутрь, главное. Кому надо отойти. Туда, к магику. Косты там позбивайте. То я кубы пошел расставлять, не знаю. Кто стоит под огнем. Сейчас ударю топором. Потом дальше люди, которым не нужен лут, летите в ВК 25. И ВК? ИК. ИК. И летите в ослика и АК. Да, ребят, хотите похвастаться? Мне сегодня упала легендарка на вторая. Что за легендарка? А кольцо какое-то на скорость. Ну хорошее, блядь. Где упал? Все, заходите все внутрь. По-моему, один Петя падал, рыбу ставить не буду. Вот, дай МК, а я тебе закину. Хотя я бить босса не буду. Нет, мне не кидай. Только бегу. Нет, ты мне не кидай, я босса бить не буду. Нужно уфолога засумонить, поставьте шкаф. Блядь. Ой, сколько долбоебы. Я видел, кто сделал. Я знаю, это я. Вот, минус вот полторы. Это. Минус полторы. Че, падаем? Да, падаем. Я как раз... А ты не хотел его поставить. А его можно заявить? Не поставил. Диван киньте, да еще. Кого-нибудь. Вадим. Напиши еще раз, Катя, потому что я релогался как раз. Не видел, что написали. Так, это минус Сайсу. Это Сайм был. Это Сайм, да. Это не Сайс. Был Сайм. Саймон. Падла, ну... Атака галима. Подожди, почему-то неправильно у тебя идти. Не понятно, ребят, здесь ничего, здесь не будет. Можешь просто подобрать. А, все, я понял. Ждать. Нормально, зато Петя рыбу поест. Вообще срать. Рыба — это зло. Вот это, за уфологом бегают прекрасные такие магматические дебилы. О! Ниндзя, блядь. А, да, давай, если у него пинка 1К, пусть в ДД прыгает. Тогда, еще. А чей это твин? Вот чего у него подписали? Сейчас. Да хрен его знал, чей это. Я знаю, тебя чей. Я уже подписал. Негодник такой. Все, держи, Стас, минус 1500 тебе. Резьте, пожалуйста, я просто разбирался там с ЕПДП. И никотина. Ставлю рыбку, опять ребаф. Вот, не кидай на меня МК, потому что я ж на этом, на кубе стою. Ага. Я тебе закину. Разыгрывается МК, разыгрывается МК.
Стартовая цена 500. 1500 ЕП, да? Погнали. Этот, по костам теперь. Звездочки сбивает Женек, Трусам сбивает Никотин, Вадюха сбивает Рамбу, Печеньки сбивают головорезы, Шнурки, по-моему, Фурик. Да, и Галина сбивает Уни. Женя, подхиливаешь ромб звездочку, Петя, подхиливаешь трусы Луна, ну и остальные два хила Цеса Шокотана держат рейд и держат танка. Готовность на пол. Подаван даст первых бомжей, Женек даст вторых. Вадим, забери защиту. И стаминус бафните. Приставал. Жень, чего не хватает тебе? Отошел. Он здесь? По-моему, здесь. Сейчас запускаю босс. Потом такой злый день на фоне. Это Жень, наверное, есть. Пуляйте босса. Кастуй бомжей под аван. Вадим, мастер аур на защиту. Айсбаун дай. Каст сбейте. Войд, закастуй гимн на ману. Хорошо. Никого не хиряйте, просто уешьте. Главное, касты сбивайте назначенным целям. Кто-то опять не сбил цели основной. Мейнтанком будет уфолог, потому что у подавана лагает. Поэтому все напулы в него вначале, а потом все ханты на пулы уфолога, роги можете между собой напулы отбывать. Один только на пул за все время, да. Штаны. Ну будем же такое минусовать. Тоже всех напульщиков. Не-не, я перед пулом сразу на пулю. Секунд за 15 даже до пула. Ну сейчас один, когда висит от Владюхи, и все. Ну да, сейчас. Я постоянно пулю узнаю, почти постоянно. Когда рага Чернобыля. Речните Чернобыля. Или баф его сразу. Пристабав. Ну, подфриживает. Пристабав, каску, кулак, все, дали по нему. И Ваня, скинь ему. А, там рыба стоит, нормально. Этот, кто на кубах стоит, босса не бейте, стойте, просто кубы прожимайте, на платформу не заходите, запомните все босса, когда сказали зайти на платформу, зашли на платформу, прожали и держите кубы, пока не сказали отпустить. Закиньте еще каску по Чернобылю. Хорошо. Я трусил Луна. Женя остальных, да? Ты, по-моему, да, трусы Луна, Женя, Печенька, Ромб. Звезда, ой, Ром, звезда, печеньку, тут все остальные хил. Катя и Вениамин. Вспышка через 15 секунд, приготовились кубисты. Сразу не отпускайте, держите, когда прожмете. Да, зашли на платформу, приготовились, скоро будет каст. Приготовились, прожали, держим. Прохил Рейбла. Печеньку прохильте, Катя. Рейбл, сбегай, сбегай вниз. Блять. Катя, дай БР по мне. Ничего страшного. Видишь, Ваня, если проседаешь по ХП, там не прохиливают. Катя, стой ближе к печеньке, там хилить могла. Все поры пристабав каску по нему, лапку.
20 секунд до кубов, подготовились. Надеюсь, только все ребята квест взяли. Предложу на всякий случай. Хотя уже поздно, но... Уже поздно. Кубисты приготовились, зашли на кубы. Пока я приготовились. Нажили, прошли, прожали. Ваня, хорошо. Держим. Рейбу, шаманчика, и гумона именно направили. Все, тогда бесполезно держать, если хоть один пустил. Сразу не спеши отпускать, если видишь, что у тебя там просело до 20% хп, никто не хилит, тогда сразу беляй. Рыба, я стою хилю, так что можешь до конца держать, я рядом стою. Кубы через 20 секунд, ребята, не готовились. Потихонечку возле платформ стоим. Будьте наготове. Зашли на кубы, приготовились. Нажали. Держим. Шамана прохильте. Мага, все, всех остальных хилит. Держите до конца, нормально всех хилит. Хорошо. В 30% оу, Да ладно уже. Вань, нормально. А после, Вань, после куба поднимешь Катю. Сейчас кубы через 20 секунд. Понял, окей. Ну... А Цеса подойдет... А, все, понял, молчу. В мишке прожимай куб. Да я и в мишке вернусь. Просто нажмем и выбежишь, ничего страшного. Кубисты приготовили, зашли на платформу. Нажали. Нажали. Хорошо. Сходи. Хилят, хилят. Не, не хилят, сходим, Ваня, уходи. Ну, я сам Ваня, иди Катю. Иди Катю Берни. А Катя Берни ж головорезов. Головорезов минус тысяч. Минус тысяч под клиф, наверное, залез. А, и ты под тысяч под клиф залезал. Тебе тоже тогда. А, так на мне КД БР, у Фолока только БР. А, ну, все. Ну, тогда пока не резко. Вижу, вижу. Ну, он не сможет дать БР. Да именно. Кубисты, будьте наготове. У меня сейчас таймер не показывается. Петь, можешь кинуть там сколько? 17 секунд. Вон, после откидки подбежали и ждем. Дали, дали Геру. Сейчас. Кубисты, приготовьтесь, на позиции стоим. ДБМ напиздел. Ну, там скидок станет. Будьте наготове. Все. Прожали. Хорошо, держим. Все, держим до конца, добиваем босса. Можете идти бить босса. Но мои лику не будем снимать. Бежал босса бить как раз под потолок. Я через блин выбежал. Все, кому лут не нужен, улетаем на ВК-25. Так, Катя минус 1000 и головорезы минус 1000. Эх. Владос, ты готов?